Что, друзья, приветствую всех на канале Хайм.ком. И в этом ролике мы с вами разберем, какие же можно поюзать DEX-платформы для того, чтобы пройти тестнутые аирдропы Arbitrum. Да? Первый DEX у нас это Chromatica Finance. Да? Что это такое вообще? Это классический DEX, собственно, токен Chrome, который обучает функцию лимитных ордеров. Chromatica используется для оплаты услуг. Вы можете, соответственно, на него зайти, вы можете поставить Launch Day, да, все изучить и уже разобраться с ним более подробно. Следующий у нас идет SlideShot, торговая Web3-платформа с поддержкой Polygon, Arbitrum, Optimism и других сетей. В него уже инвестировали 18 миллионов Rebit Capital, Electric Capital, Framework, Key5 Global. И данная команда анонсировала в Твиттере запуск удобного мобильного приложения, в честь чего они проводят ряд активностей. Вот SlideShot тоже переходите. Есть приложение в App Store, есть Google Play. Можно законнектить кошелек и дальше уже пройтись вниз, изучить, что это за DEX. У нас, видите, тоже анимация всякая есть прикольная. Вот. Так что ребята постарались. И третье в топ-3, да, который может войти, это ARK, инструмент для трейдеров, децентрализованный бирж, позволяющий отслеживать движение тысяч токенов и синтетических активов и прогнозировать движение рынка в режиме реального времени. Токены уже насыпают за разные активности. Самое выгодное – это торговля на арке. Также ожидается вторая фаза аирдропа. То есть тоже берете, переходите, и вы видите, что у вас есть также NFT плюс Arkin токен плюс Perks. То есть вы можете тут тоже… Есть агрегатор, бета-своп, лимит, ордер, стоп-лимит. То есть вы можете все активности на Arbitrum проводить на вот этих надежных DEX-ах. Что такое DEX? Это децентрализованная exchange биржа. То есть есть централизованная, как Bybit, если вы не знаете, какой пользоваться, ссылка будет в описании. И децентрализованная, это вот как раз Uniswap, когда вы можете сами обменивать друг с другом, сами с собой обменивать, соответственно, монеты, не привлекая какую-то третью сторону, чтобы не было каких-то мошеннических действий. Вот, соответственно, на этом у меня все. Если ролик был полезен, ставьте ролику лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих роликах. Всем пока.